Самостоятельно работаем движение рядом, проверяем, как отработка происходит домашнего задания, как работают. Молодец, хорошая собака. Угу. Рядом. Молодец. Нет, сэр, рядом. Да, молодец. Хорошо, превосходно. Рядом. Супер получается, молодцы. Сейчас, если что будет не так, подскажу. Молодец, все. Хороший пес. Да. Пока все хорошо. Рядом. Молодец. Молодец. Сейчас начнем рядом. Усложнять. Да. Смотрите, какие сейчас вводим усложнения. Двигайтесь также по залу, но лакомство выдачу оттягиваете. По шагам можете считать. Идете 4-5 шагов, потом только даете. Идете 8 шагов, потом только отдаете. При этом говорите: умница, молодец, супер малыш. Но выдача куска через 5-8 шагов. Давайте идем. Рядом. Умничка, молодец. Хорошо. Рядом. Угу. Подольше идем. Хорошо. Да. Стоп, сейчас по ходу движения руку будете отсюда убирать. Руку правую удержали и показывали ему, позиционировали, да, визуальная мишень. И вы по ходу движения, то есть пройдете несколько шагов, 2-3 шага, и руку вот сюда уберете. Умничка, супер малыш! И потом отдадите ему кусок. Покажете ему такую ситуацию, что куска ты не видишь. И все равно идешь. Не ищешь его, смотришь на меня, и я тебя поощряю. Рядом. Молодец, хороший пес. Давайте. Рядом. То убираем руку периодически, то возвращаем. Да. Рядом. Эмоции, эмоции. Скорее, скорее, скорее. Молодец, молодец. Рядом. Хорошо. Рядом. Рядом, молодец, хороший пес. Рядом. Молодец, молодец, вот. Достаточно, достаточно. Сейчас будем усложнять, будем работать над изменением направления движения и над темпами движения, когда будем показывать собаке три темпа движения: медленный, обычный и бег.